Всем привет, девчонки! В общем, мне тут недавно написали в комментариях, что у меня волосы были нерасчесанные, поэтому special for you. Я вроде бы как расчесала волосы. Давайте покажем натуральный цвет в солнечном цвете. Так вот, к чему это я? Я купила себе две тоники. Одна такая, потому что я две не покажу, вторая вот такая. И сейчас, наверное, буду красить в рыжий цвет или зеленый, пока не знаю. А сейчас мы приступим к покраске волос. Для начала нам понадобится вода, чтобы спрыскать волосы. Потом шапочка, ее можно заменить обычной бахилой или вообще без шапочки. Потом перчатки, раритет. Потом зеленая тоника или любая тоника. Потом бальзам. Ну, это судя по комментариям, потому что я не специалист. Тонику мы будем наносить руками, но, говорят специалисты, нужно наносить это все вот такой вот штукой. Да, не правой, очень правой. Либо губкой, но я рукожоп, и в общем вот. Это скуба моя вина, поэтому давайте будем наливать тонику. О, она черная какая-то, блин. Я думала, она зеленая будет. Давайте посмотрим, что тут на бумажке будет. Окей, нам еще нужен вот такой вот любой вообще крем, просто чтобы потом обезжирить нашу челюсть. Я, кстати, эти перчатки сейчас прошлого года носила. Приступаем к нанесению тоники. Перед этим мы обезжириваем части тела, а точнее наши волосы. Смешиваем и наносим. Надо наносить вообще губкой или вот такой вот кисточкой, а не лень, в общем. Так, и наносим. Сначала на корни делаем пляки-маляки. Давайте поделим все-таки волосы на две части. Это синий какой-то цвет просто, гляньте. Ну, блин, при чем тут зеленый? Какой-то зеленый, какой-то, не знаю, странный зеленый. Окей, ну то есть тоники это мне хватило на вот эти вот мои волосы. Окей, хорошо. Теперь нам надо очень аккуратно вот так вот делать их, собрать все волосы в кучу. Но можно так и не делать. Просто мне она замарает все мои вот эти вот волосы. В общем, вот так вот мы делаем. Быренько снимаем перчатки, наверное. Опа. И быренько снимаем и надеваем вот эту вот шейку. Шапочку. Так, ну в общем все, теперь я буду ждать 30 минут и пойду смывать эту тоньку. Как ни странно, кстати, я не замарала футболку, вроде бы не замарала вот это вот все, ну то есть не замазала, извините. Вот это вот все, и на удивление стеночка даже чистая, то есть вот смотрите, о-хо-хо-хо, кошмар какой. Вот что случилось с моим фейсом. Значит, я помыла голову, на что я похожа на царевну лягушку. Это еще не до конца высохло, но слабо мне, конечно, верится, что оно будет хоть немного зелененьким. В принципе, я согласна с девчонкой в комментариях, потому что чего я ждала от светлых волос, точнее темных волос, нанести тонику для светлой базы, не знаю. Я просто хотела потестить тонику, но может быть кто-то тоже с таким, не знаю, есть мировоззрением, поэтому вот. То есть результат филовый, то есть ради этого видео, в общем, вот. Ну что, как вам мой новенький, зелененький, восхитительный цвет волос, а? Я его тоже не вижу. В общем, вот это вот я на солнце. По идее, должен быть зеленый, но я его не вижу, вот. Но иногда тут на кончиках такие вот зеленые, такие вот цвета. Короче, не знаю, на что я деньги выкинула, но, в общем, вот такой результат. Надеюсь, кому-то помогла. Всем спасибо большое за просмотр. Всех очень люблю. Всем желаю хорошего дня. Куча обнимашек.